Привет, друзья! Сегодня у меня вкусная фунчоза. Поехали! Берем фунчозу, заливаем кипятком и оставляем минут на 10. Куриное филе нарезал полосочками. Добавляем 2 столовые ложки соевого соуса. Мелко нарезанный чеснок. Перемешиваем, оставляем на 10 минут. Немного растительного масла. Обжариваем курицу 4 минуты. Добавляю лук. И еще 2 минуты. Болгарский перец. С перцем еще 2-3 минуты. Черный молотый перец. Кориандр. Фунчоза готова уже кухонными ножницами. Я ее порезал. Добавляем курицу с овощами. Морковка. Огурец, помидор. Петрушка и зеленый лук. Немного уксуса. Перемешиваем. Обязательно пробуйте на соль. Я немного подсолил. В общем, вот такая вот получается вкуснятина. Кто не пробовал, попробуйте. Это шикарно. На этом все, друзья. Всем спасибо. Всем приятного аппетита. Пишите комментарии, делитесь. Всем мира, добра, удачи. Пока.